Женечка, я род принимать буду. Ты готова? Ты готова? Тушься, тушься. Дыши, дыши, дыши. Дыши, дыши, Женечка, дыши. Спокойно, спокойно. Тушься, тушься, тушься. Лезет, лезет. Ну, твою мать, что-то вылезает. Папа, я сейчас в обморок упаду. Как делишки, ребятишки, с вами Сила Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет! Всем привет, ребята! Ребята, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы наберем на всех наших серий по «Кто твой папочка», тем больше серий мы продолжим снимать вот таким составом. Да, ребята, не удивляйтесь, почему я вот такая вот толстенькая, я просто немножко залетела. И не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все будут в описании. И также, ребята, не забывайте писать свои положительные комментарии. Мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. И давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы мы оставили ссылочку на эту карту в описании. Вы сами смогли ее скачать и поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Тихо! Женечка, Женечка, что с тобой? Ты меня спрашиваешь, ты уже проходил через это. Я не проходил, я не рожал. Мама же рожала. Что ты делал? Куда ты ее вел? Женечка! Болит? Женя, давай, давай болиться. Женечка, болится, 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 давай, давай. Зря, зря. Папа, в какой стороне больница? Куда, куда, куда лететь? Вижу, вижу, вижу. Рожаю. Эдичка, что ты наделал? Не знаю. Не знаю, Женечка, мы же вроде... А, не могу больше тебя прыгнуть. Так, садись, Женя, не кричи, не кричи, потому что я... Вы спрыгнули, твою мать, вы спрыгнули. Сейчас, подождите меня, подождите меня. Где вы? Она сама бежит, побежали, Эдичка, дайте. Рожаю. Подождите меня, я уже забыл, как управлять вертолетом. Рожаю, не могу. Вперед. Эдичка, бегу, 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 Женечка, подожди, подожди. Давай, побежали, побежали, побежали. Куда? Куда бежать, куда бежать? Быстрее иди, что ты какие-то медленные. Женя, давай, 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 давай регистратуру спросим. Дежурная, дежурная. Куда, куда? Что? Быстрее! Быстро, давай, давай со мной, со мной. Она говорит бежать в кабинет 1337. Быстро, быстро, быстро. На втором этаже, давайте, давайте, давайте. Женя, ты там потерпи еще немного, еще немного. Я не могу, не бей, не бей. Давай, давай, я тебя, давай. Пинай ее, чтобы она быстрее. Куда? 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 Что происходит? Побежали, побежали, Женя. Вот, вот тут, вот тут, вот тут. Женечка, Женечка, за мной. Вот сюда, вот сюда. Медбрат, ложка, кушерный мастер. Давайте, давайте, на стол. На стол. Сладкий, мясо, мясо. Женечка, Женечка, да, перекуси, перекуси. Давай, давай. Ложись, Женечка, ложись. Ложись, Женечка. Ложусь. Легла, легла. Не легла, не легла, не легла. Ложись, еще раз ложись. Легла. Ладно, будешь рожать стоя. Что не так? А что мы будем делать? Так они же тут медбраты, акушеры. Быстрее, быстрее. Врач, врач, коридор, где врач? Папа, давай врача искать. Я смотрю в микроскоп. Надо вести себя аккуратно. Быстрее! Быстрее! Женя, я не знаю. Да, давай я роды принимать буду. Женечка, я род принимать буду. Ты готова? Быстрее! Ты готова? Тушься! Тушься! Дыши, дыши, дыши! Дыши, дыши! Женечка, дыши! Спокойно, спокойно. Тушься, тушься, тушься! Лезет! Лезет! Ну, твою мать, что-то вылезает! Папа, я сейчас в обморок упаду! Твою мать, что ты? Женечка, 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 дыши, 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 Женечка, дыши, дыши. Что-то видна головка. Да, головка видна, папа, смотри, головка видна. Снимай на камеру, снимай на камеру. Головка видна, твою мать, какая же там головка, там башкенцы, я здоровенная. Тушься, 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 Женечка. Главное дыши, не забывай дышать, дыши. Женечка, Женечка, успокойся, все, он вылез. Ты справилась, все, вот он. Мой ребеночек. Только кто это?
Я, конечно, ничего не хочу вам намекать, но, по-моему, что-то здесь не так. Я предлагаю его спалить. Нет! Мой ребенок! Нет! Женечка, я не знаю, что сказать тебе, Женечка. Этот ребенок, походу, не от меня. В смысле, я от тебя? Ты! Ну смотри, разве он на меня? Разве он на папу похож? Он не похож на папу! Похож, ну как, похож? Не по- папа похож? Мне кажется, не похож. Папа здесь я! Ты уже дедушка, какой папа? Ну да, я уже дедушка. Я выпрыгну из окна, прыгай. Нет, Женечка, я понимаю то, что ребенок странный. Приключения, веселье. Так, походу я остался отцом. У меня уже больше нету жены. Прости. Твоя мама дуренда спрыгнула с окна. Кто меня сюда посадил? Отпустите меня. Тихо. Тихо, пожалуйста, будьте добры, закройте свой рот. Что вы хотите? Женечка, мы посоветовались с папой. Уйди отсюда, мы должны сжечь этого демона ребенка, Женечка. Это грустно, но мы должны это сделать. Я это сделаю, потому что я его папа. Итак, минуту внимания. В этот торжественный вечер я, пользуясь случаем, хочу передать привет всем. Давай, жги. Нет, нет. Нет! Женечка, скажи что-то нашему ребенку. Пошли уже! Женечка, скажи что-то. Последние слова для нашего ребенка. Я любила тебя! Папа! Да папа. Давай, жги! Нет! Нет! Я не могу на это смотреть! Нет! 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 Мой ребеночек! О, зажимай! Папа, а ты что там стал? Я греюсь. Где он? Он еще жив? Где он? Женечка, какое имя бы ты ему дала? Какое имя бы ты ему дала? Я не могу. Я бы его звала Фредди. Нет, Фредди. Я думаю, можно выпускать. Нет. Выпускаем. Женечка, ты будешь адекватной? Да. Нет. Нет, спасите его кто-нибудь быстрее! Да нет, папа, закрой ее обратно, папа, закрой ее! Так, мы... ну отойди! Нет! О, Женечка, он ушел, его больше нету! Где я найду его? Где? Женечка, успокойся, я понимаю, у тебя стресс, но его больше нету. Женечка, успокойся. Не переживай, Женечка, не переживай, мы с тобой сделаем еще кучу таких детей, не переживай. А ща пойдем? Прям, при папе? Папа! Я покурю, давай. Дайте папу в клетку, папа в клетку. Не, оставь. Я пошел, отстаньте. Девочка, пойдем. Ну, вас сделаем, нормального. Пойдем. Всем большое спасибо за просмотр. Если вы хотите увидеть продолжение данной истории, давайте соберем 5000 лайков. И также мы оставим ссылочку на эту карту в описании после 5000 лайков. Да, ребята, и как обычно, не забываем подписываться на наши каналы. Ссылочки будут в описании. Да, ребята, не забывайте оставлять ваши положительные комментарии. Мы читаем абсолютно все комментарии, и на самые интересные мы отвечаем. Также вы можете в комментариях предлагать новые идеи для серии «Кто твой папочка?». Ну а мы пока с Эдичкой пойдем делать нового ребеночка. Да. Да, ребята, поэтому еще раз большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока. Всем пока. Пока.